гавань уже близко, но сигналов от... Сэр, на орбите флот протосов. Они блокируют сообщение с колонией и, похоже, приводят орудия в боевую готовность. Джим, остановите их. Мэтт, соедини нас с протосами. Посмотрим, как они настроены. Энтара Тосадар, Джеймс Рейнар. Я вершитель Селиндис. Нам хорошо известно о твоей храбрости и заслугах перед Айуром. Энтара Тосадар, Селиндис. Послушайте, при всем уважении я должен попросить вас отозвать флот. Люди на гавани не представляют для вас угрозы. Наши наблюдатели обнаружили, что колонисты заражены спорами зерков. Их необходимо уничтожить. Если ты желаешь сделать это сам, мы отзовем флот. Джим, некоторые из моих людей заражены. Но вы же не дадите протосам уничтожить всех. Если вы сможете выиграть время, я найду лекарство от заражения. Единственное средство от вируса зергов – это полное уничтожение инфицированных существ. И ты знаешь, что это так, Джеймс Рейна. Я вылечу их, Джим. Поверьте мне. Если же ты намерен помешать нам, то будь готов к славной битве. Выбор за тобой, Джеймс Рейнар. Мы ждем твоего ответа. Ариэль, мне очень жаль, но вершитель права. Поверьте, они не прилетели бы сюда, если бы не были уверены в своих данных. Селиндис, отзывайте свой флот. Это внутренняя проблема тиранов. Я разберусь с ней лично. Что? Нет, это несправедливо. Я не думала, что вы на такое способны, Джим. Ариэль, лекарства от вируса не существует. Иначе вы бы уже давно нашли его. Единственное, что мы можем сделать, положить этому конец раз и навсегда. Это неприемлемо. Мы можем спасти моих людей всех до единого. Я почти закончила исследование. Честь тебе, Джеймс Рейнар. Ты всегда был верным другом протосов. Тебе придется тяжело, но сегодня ты спасешь многие жизни. Мы не раз рисковали жизнью ради этих ребят. Но сейчас мы можем сделать только одно. Спасти всех, кого можно, и убить остальных. Это трудное и страшное решение. Но если мы не зачистим зараженные поселения, то вся планета достанется зеркам. Что ж, лучшее лечение – это прижигание. Правда, площадь великовата. Нам не хватит людей, чтобы всюду успеть. Свон уже позаботился об этом. Правда, Свон? Так точно. Пришлось задействовать кое-какие связи, чтобы раздобыть чертежи для этих игрушек. За тобой должок, ковбой. Не забывай, эти молодцы могут воевать и на земле, и в воздухе. Нужно только режим переключить. Викинги станут нашим козырем. Но похоже, что зараженные колонисты уже начали мутировать. А эти здания распространяют вирус. Пора за работу. Обнаружен очаг заражения. Сэр, это Верафак. Он заражает здания и колонистов.
Нужно уничтожить всех вирофагов. Чем их больше, тем быстрее будет распространяться инфекция. Сэр, вижу группу крупных летающих зергов. Судя по полученным ранее описаниям, они похожи на хозяев стаи. Очень опасны для наземных отрядов. Тогда ударим по ним с воздуха. Где там викинги? Всем внимание! Выходите с корабля только в скафандрах. Я не хочу, чтобы кто-нибудь из нас подцепил вирус. Эй, брат, морпехи тоже могут заразиться. На тебя приказ тоже распространяется. О, забыл. Ты же не можешь выбраться из своей скорлупки. ГСМ готов! Кому навешать? Пристройка завершена. Готов к трансформации. Пристройка завершена. Пристройка завершена. Что стряслось? Водишь ты. Недостаточно минералов. ГСМ готов. ГСМ готов. Доктора вызывали? ГСМ готов! Доктора вызывали? Как самочувствие? Где болит? Без проблем. ГСМ готов! Что стряслось? Ну да, конечно. Полный вперед! Где воронку делать будем? ГСМ готов. Это по мне! Впереди великие открытия. ГСМ готов. Видеосвязь установлена. Выкладывай. Вижу все по-взрослому. Сверхурочные! Что еще? Я уже заждался. Превосходно!
Пошло-поехало. Точняк. Я создан для битвы. Бой или... Полагаю, дело срочное. Что стряслось? Эй! Да! Полный вперед! Чем порадует? Даешь разбой. База, атаковые пункты, дополнительные хранилища. СМ готов! Зерги направляются к южному поселению. Это по мне! СМ готов! СМ готов! Командует
вентилятор! Где-то тут! Мы потеряли это поселение, сэр. Необходимо полностью уничтожить его, чтобы остановить распространение эпидемии. О, случай запущенный. Видеосвязь установлена. База. Кругом враги! Покатились! Конечно. Улучшение завершено. Есть, сэр. Тревога. Обнаружен биосигнал класса 5. Объект приближается к командному центру. Сэр, еще одно поселение находится под угрозой заражения. Связь снова. Улучшение завершено. Работенка.
Мне очень жаль, сэр. Зерги захватили второе поселение. Выкладывай! Что стряслось? Точняк! Эй! Да-да! Есть? Тревога. Обнаружен биосигнал класса 5. Объект приближается к командному центру. Завершено. Я вас слушаю. Месторождение минералов выработано. Зерги атаковали еще одно поселение. Даешь разбой. Как скажешь. Слушаю. Кому перил? Месторождение минералов выработано. Места мало. Даешь разбой. Есть работенка. Месторождение минералов выработано. Точняк. Так скажем. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Смерть на пороге. Бой или домой? Ладно. Улучшение завершено. Даешь разбой. Месторождение минералов выработано. Тревога. Обнаружен биосигнал класса 5. Объект приближается к командному центру. Даешь разбой. Thank you.
Я уже заждался. Эпидемия охватила еще одно поселение. Скоро колонии придет конец. Месторождение минералов выработано. Смерть на пороге. Месторождение минералов выработано. На связи. Давай, удиви меня! Смерть на пороге. Улучшение завершено. Клев на связи. Еще бы. Приказ получен. Месторождение минералов выработано. Смерть на пороге. Сэр. Зараженные колонисты добрались до поселения на севере. Что происходит? Клев на связи. Ага. Ну да, конечно. Как скажешь. Какие будут указания? Тревога. Обнаружен биосигнал класса 5. Объект приближается к командному центру. Здравствуйте. Клев на связи. Я вас слушаю. Я уже заждал. Видеосвязь установлена. Приступаю.
сэр. Вооружен и опасен. Да нам это! Эпидемия охватила еще одно поселение. Скоро колонии придет конец. Посылайте подмогу! Отдалим их интеллектом! Прочь с дороги! Круто! Я не продержусь в одиночку. Приказывайте. Приказы будут? Выполняю. Все понятно. Понятно. Сканеры показывают, что поселение очищено, сэр. Есть, сэр. Так точно. Еще бы. Превосходно. Видеосвязь установлена. Так точно, сэр. Тревога. Обнаружен биосигнал класса 5. Объект приближается к командному центру. Приказывайте. Так точно, сэр. Отдалим от интеллекта. Выполняю. Приказывайте. Оставим их интеллектом. Сэр, еще одно поселение находится под угрозой заражения. Приказывайте. Здесь чисто. Так держать. Мы можем остановить эпидемию. Видеосвязь установлена. Отдавим их интеллектом! Нас тут выносят!
Доктора вызывали? А как же? Уже в пути. И это все? О, да. Не вопрос. Разумно. Видеосвязь установлена. Доктора вызывали? Я не продержусь в одиночку. Отдали. Их не остановить. Еще одно поселение заражено. Все поселения колонистов захвачены и заражены. Доктора вызывали? Тревога. Обнаружен биосигнал класса 5. Объект приближается к командному центру. Так точно, сэр. Покатились. Вызывали? Выполняем. Кому перерезать глотку? Штаб, я вас слушаю. Вам? Сэр, Стэтман говорит, что доктор Хэнсон заперлась в лаборатории. Одна. Она в отчаянии. Боюсь представить себе, что у нее на уме. В этом поселении больше не обнаружено биосигналов зергов. Чистая работа, сэр. Штаб, я вас слушаю. Приступаю. Кому навешать? Так точно! Слушаю. Ладно. Опишите характер недомогания. Расслабьтесь. Я обо всем позабочусь. Без проблем. Расслабьтесь. Похоже, все серьезно. Полагаю, дело срочное. Без проблем. Давай, удиви меня. Не вешай. Я уже заждался. Кому навешать? Бегу, марш! Точняк! Еще бы! Штаб, я вас слушаю. Точно, сэр. Отлично. Приступаю. Так точно, сэр. Тревога. Обнаружен биосигнал класса 5.
Объект приближается к командному центру. Выполняю! Продержусь в одиночку. Штаб, я вас слушаю. Приказы будут. Приказывайте. Убили всех зергов в этом поселении. Бегом, марш! Отлично! Приказывайте. Приступаю. Установлено. Приказывайте. В этом поселении больше не осталось зергов. Здравствуйте, командир. Приступаю. Так точно, сэр. Отдалим их интеллектом. Точнее. Интеллектом. Будет сделано.
приказывайте. Оставим их интеллекта. Зачищено. Превосходно! Здравствуйте, командир. Требуется помощь. Кому навешать? Ждунин! Видеосвязь установлена. Я уже дождался. Так точно, сэр. Выполняю. Здравствуйте, командир. Отличная работа, сэр. Сканеры показывают еще два скопления биосигналов зергов. Тревога. Обнаружен биосигнал класса 5. Объект приближается к командному центру. Почему вы не... Понятно! Жду не дождусь! Видеосвязь установлена. Поселение чистое. Молодцы. Идем дальше. Так точно! Вас понял! Видеосвязь установлена. Давай, удиви меня! Штаб, я вас слушаю.
Бегите! Я создан для битвы. Требуется помощь. Давай, удиви меня! Давно бы так! Операция закончена, сэр. Новых биосигналов зергов не обнаружено. Но у нас в лаборатории возникла проблема. Тут? Мать, перекрой все входы. С радостью сделаешь это. Ты с радостью убьешь меня, как убил моих детей. Ты инфицирована. Ты уже мертва. Слышал об инциденте в лаборатории. Сочувствую. Ты только не забивай себе этим голову. Мой тебе совет. Живи проще. Никаких связей, никаких ниточек в прошлое. Только ты и Вселенная. Иногда мне кажется, что все, что мне дорого, разлетается на куски. Это не твоя вина, друг. Подумай, что было бы, если бы беженцы с Агрии прилетели на населенную планету. Это Хэнсон могла крупно подставить тебя. Скажешь теперь, что ты меня предупреждал, что не надо было лететь на Агрию. Не собираюсь бить лежачего. Ну, не повезло.
Бывает. Ну и потом твои кореша-протосы сейчас гордятся тобой до судорог. Меня не волнует, что там считают протосы. Мы сами эту кашу заварили, сами со всем и разобрались. У меня появились новые знакомые. Посмотри список. Давай-ка обсудим дела. И снова с вами лучший и единственный источник информации. Донни Вермиллион на канале UNN. Беженцы продолжают поиски безопасных планет. Их корабли двигаются в сторону центральных миров. Донни, сегодня император Менгск заявил, что он приказал боевому флоту Доминиона не допускать беженцев в космическое пространство центральных миров. Это наводит на мысль, способны ли корабли Доминиона открыть огонь по мирным судам? Комментарии генерала Борфилда. На сегодняшний день все наши усилия сосредоточены на сопротивлении нашествию зергов на центральные миры Доминиона. Другими словами, генерал уклонился от ответа. Если солдаты Доминиона откроют огонь по безоружным людям... Кейт, мы ведь не возьмемся предсказать, как поведут себя наши ребята. С вами был Донни Вермиллион на телеканале UNN. Менгск внезапно обнаружил, что управлять империей — это не только принимать парады и толкать речи. Мне очень жаль, что так получилось с Ариэль, сэр. Но у вас не было выбора. Пора составить толковый план наступления. Как думаешь, мы могли спасти больше колонистов? Если честно, нет. И если ты еще сомневаешься, то у тебя, парень, крыша поехала. Был ведь, наверное, другой выход. Если бы мы вовремя обнаружили вирус... Слушай, если даже башковитые протосы со всеми их технологиями и псионикой не смогли с этим справиться, то мы и так сделали слишком много. Бывает в жизни огорчение.
Сэр, почитайте отчеты на консоли исследований. Вас наверняка заинтересуют некоторые разработки. Хорошо, что из-за этих камней корабль еще не рассыпался в пыль. Сэр, вам не напрашивается вывод о том, что, принимая во внимание визуальное сходство этих фрагментов, можно было бы составить из них некий цельный, более определенный объект? Учитывая текущие обстоятельства, мне плевать, что из них можно составить. Единственное, что меня волнует, это сколько мёбиусы дадут за них.